Добрый вечер, дорогие друзья. Кулинарный телеканал «Еда» по традиции в прямом эфире с кулинарным вебинаром. Меня зовут Егор Крицан, и в течение ближайшего часа мы будем учиться готовить. Сегодня мы будем учиться с гостем, который особенно мил моему сердцу, скажем так, потому что он объединяет два больших увлечения многих людей. Во-первых, это, естественно, любовь к еде, во-вторых, любовь к футболу. Потому что гость наш сегодня — шеф-повар футбольного клуба «Зенит» Камото Тивасян. Добрый вечер. Мы сегодня будем готовить испанскую паэлью с курицей, с тигровыми креветками. Так как это вебинар, вы можете задавать нам свои вопросы на сайте tveeda.ru, чат. Прямо сейчас я зайду в него, он у меня выглядит ровно так же, как и у вас. Можете обращаться к нам, так как кому специалист широкого профиля, прямо скажем, но знает, что едят спортсмены. Может быть, вам интересно что-то на этот счет узнать, спрашивайте. И параллельно мы проведем два конкурса сегодня. Мы постарались первый из них сделать таким максимально спортивным, я бы сказал. Ну, да. Для тех, кто не занимается спортом, но для тех, кто смотрит его по телевизору. Мы ждем от вас рецепты оригинальных блюд. Я предполагаю, что это будут закуски, которые можно употреблять во время просмотра футбольных матчей. Приз за победу в этом конкурсе победителя мы выберем прямо здесь, в прямом эфире. Это набор, такой мешок подарков, там можно разглядеть на заднем плане от телеканала «Еда». Ну, разные приятные вещи, которые, я думаю, пригодятся каждому дома. И второй конкурс, быстро о нем сообщу, там приз чуть побольше, это блендер. Это конкурс для тех, кто фотографирует то, что он приготовил. Поэтому те, кто сегодня готовит с нами паэлью или затем дома воспроизведет ее по нашему рецепту, вы сфотографируете то, что у вас получилось, и выложите в одну из групп телеканала «Еда» в социальных сетях. Мы, соответственно, выберем лучший снимок и его автору отправим настоящий блендер. Все, кому? Я умолкаю, передаю слово на марш ингредиенты. Марш блантера. Ну что ж, приступим. Ну, чтобы приготовить испанскую паэлью, нам понадобится курица. Курица, естественно, охлажденная. Вот. Она может быть куплена в обычном магазине. Дальше, значит, креветки. Вот. Ну, санкции для нас не действуют. Вот мы нашли креветки тигровые. С трудом, но нашли. С трудом, но нашли, да, которые у нас сегодня тоже. Вот. Желательно, чтобы размер был, ну хотя бы вот так этот вот, 16 на 25, допустим, там, 8 на 12. Вот. Не совсем мелкие, не берите коктейльные креветки, они не годятся для паэли. Вот. Дальше, что мы имеем? Ну, лук репчатый, чеснок, лимон, паприка сладкая, вот. Фасоль стручковая. Она может быть замороженная, свежезамороженная можно использовать. Можно использовать свежую фасоль стручковую. Вот. Ну, то, что мы нашли колбасу, конечно, это успех. Успех, да. Чоризо, колбаса итальянская, да. Она отличается от обычной колбасы тем, что здесь очень много паприки. Ну, естественно, она придает вкус. Вот. И ну, я уверен, что есть русские аналоги. Белорусские, казахстанские, разные аналоги колбасе чоризо. Да, очень вкусная колбаса, она придаст как раз тот шарм испанской паэли, да. Ну, естественно, скажем так, королевой этого блюда это является рис. Рис арбарио, да, который действительно, ее еще называют ее бомбой почему-то, не знаю почему, но это, в принципе, это основной ингредиент. Рис-бомба? Да, вот именно рис-бомба почему-то. Арборио, да. Поэтому. Камон, по поводу риса сразу, я предвосхищаю очень много вопросов. Да. Мы знаем, что у нас сейчас сезон краснодарского. Насколько он хорош в этом блюде? Краснодарский рис я пробовал готовить, он не совсем подходит. Вот. Чем хорош арборио? Тем, что его нужно довести до состояния альденте. Вот, важно очень. То есть чуть-чуть не доварить? Естественно, да. Вот эта вот хрустиночка, она должна присутствовать. А краснодарский рис, ну, тяжело, понимаете, вот его можно либо переварить, либо не доварить, ага. И получится не совсем не то. Нам не нужна каша. Да, нам не нужна каша, да. Поэтому дальше, значит, сладкая паприка молотая, орегано, это мы будем мариновать креветки. Ну и, естественно, чтобы придать совсем остроту такую, чтобы вкус к жизни придать, это острое чили, красный перец. Можно использовать молотый, можно использовать стручковый красный, да, вот.
Томаты. Томаты в сезон, конечно, лучше всего пользоваться красными, настоящими южными томатами, которые, ну, просто вот даже солить не надо. Кому? Уже есть вопрос сразу по ингредиентам, пока не начнем. Вот Диджей спрашивает, чем можно заменить чорисо? И это, в принципе, справедливо, потому что не у всех есть выходы вот в те вот места, где его дают сейчас. Я бы его ничем не менял, потому что у нас такой колбасы нету. Единственная колбаса, которая может быть, она может подойдет. Вот это вот старая краковская, как она называется, она, по-моему, да, краковская колбаса. Такие вот, которые. Да. Рульки. Рульки, да. Вот где-то там вот это как раз присутствует красный, это крупный жир кусками буквально вот, да. Ну и паприка там, в принципе, тоже. Но это надо, чтобы, ну не знаю, надо такую качественную, хорошую такую. Да. Вот ее еще можно еще. Где-то она больше подходит, да. Остальная колбаса, ни в коем случае это не должно быть ни полукопченая, ну и, естественно, не отварная колбаса, там, не докторская, ни в коем случае там. Вот. И, ну и не твердого копчения, да. То есть, вот. А без нее-то можно обойтись вообще? Можно обойтись, да, почему ну нет. Тогда. У кого нет чоризо или краковской, то пожалуйста. Так. Он просто придает некий такой, скажем, вкус, который, ну, скажем так, в испанской паэле это используется все, да. Ксения пишет нам, давайте уже готовить, очень хочется кушать, давайте. И мы начинаем. Давайте. Для начала я предлагаю сделать следующее. Значит, надо взять курицу и разделать ее. Значит, разделываем курицу. Нам нужно сварить бульон. Мы что-то оставим для паэли, я так понимаю, естественно, да? Естественно. Что-то в бульон. Естественно. Мы сейчас... Рубим ее пополам. Не-не. Сейчас я ее разделаю. Значит, нужно будет нам отделить, значит, вот грудку. Вот это пойдет у нас для... Так мы отделяем ее. Нам нужна мякоть. Без кожи. Без кожи, естественно, да. Кожу мы отделяем. Совершенно нам не нужна. Вот это пойдет у нас... Очень тонкая работа, практически хирургическая. Да. Кама, давайте я пока посмотрю на первые варианты вот этих вот закусок, о которых мы говорили. Пожалуйста. Предлагают нам диджей тако с чили и острым сыром. Отличная закуска. Хорошая заявка на победу. Ну, диджей, традиционный участник наших конкурсов. Это понятно. Вот такой каркасик, он у нас, естественно, нам нужно будет взять кастрюльку. Как раз очень удобный. Вот. Кому? Не все люди умеют так быстро курицу тащить. Нет, ну... Но суть-то в чем? В том, что нам нужно отделить мякоть, филе. Да. Его отдельно, оно для паэли пойдет. А все остальное будет бульоном. Это будет бульончик, да. Уже пишут, хочу так же быстро научиться разделывать курицу. Чтобы научиться быстро разделывать курицу, меня когда спрашивали повара молодые, говорят, как быстро вы научились готовить? Вопрос... Простой очень. Тяжело первые 10 лет, а потом уже все по накатанной проходит. Поэтому не переживайте. Самое главное, чтобы у вас было желание это делать. Вот. Ну, в вашем случае 10 лет прошли да, быстро и быстро, да. Уже какое-то время назад, так скажем так. Да. А можем мы вот на последние как-нибудь так в замедленной съемке все это продемонстрировать? Можно. Так, чтобы люди могли углядеть хотя бы что-то. Потому что ну, это слово, я рядом стою, это не понимаю. Смотрите. Значит, нужно отделить кожу. Кожу нужно отделить, потому что она нам практически не нужна. Совершенно. Кому перешел с пятой скорости на четвертую? Да. Это все равно очень быстро. Да. Вот она у нас, вот ее моя. Убираем, ну, в принципе. То есть можно, стягиваем кожу? Да, можно и без кожи. Вот. Затем мы начинаем вот... Нужно ножичком... Вдоль косточки пройтись, да, чтобы вот так аккуратненько, чтобы сохранить как можно больше, чтобы куски были красивые. Вот с одной стороны и с другой стороны. Вот, затем мы его так вот зацепили. Хоп! И все, у нас получилось вот такая вот мякоть. Друзья, ну повтор нашей программы можно будет найти в интернете, чтобы вот так вот медленно сесть и раз 6 посмотреть, как это происходит. Это уже очень круто. Все, каркас мы разделали. Значит, обязательно заливайте его горячей водой. Это я могу сделать. Да, давайте, заливайте. Значит, горячая вода для чего нужна? Для того, чтобы... Мы ее вскипятили предварительно. Да, для того, чтобы белки сразу свернулись. Бульон получается вот... Кстати, этот метод как раз хорош для приготовления, допустим, бульона, да, куриного.
он у вас будет прозрачный. Вот. То есть не холодную воду? Не, лучше всего заливать горячей водой. Вот такой прямо из чайника. Мы вот за две минутки до эфира это сделали. Ну, чтобы он у вас был еще и ароматный, можно положить сюда коренье. Это лук репчатый, не очищенный. Можно его немножко обжечь на плите. Это морковку тоже можно обжечь на плите, положить туда. У вас бульон получится золотистый, и ароматный. Вкус супа будет просто необычайно вкусный. Но нам сегодня нужен такой простой, состоящий из воды сегодня, и курицы. Значит, смотрите, что мы делаем дальше. Значит, нужно будет мякоть вот такими вот небольшими кубиками порубить. Кама, мы не солим бульон? Или нет, солим потом? Не-не-не, солить ничего не надо. Оставляем так, как оставляем, есть? Оставляем, да. Он закипит, если там какая-то пенка появится, мы ее зашумуем, и все. В принципе, нам для приготовления вот этой паэль нам нужно всего-навсего литр-полтора бульона. Достаточно этого для того, чтобы приготовить паэлью. То есть вот эти вот все рассказы бабушки про то, что суп нужно солить, в этой ситуации не работают? Нет. Просто нет необходимости? Смотри, значит, мы солим в том случае, если, допустим, у нас присутствует мякоть. Мякоти сейчас нету там. Только кости. У нас одни кости, да. Ну, смысл сварить, солить кость. Вот. Если есть мякоть, да, если мясо, лучше просолить, оно будет более ароматное, более вкусное будет. Mm-hmm. Вот тогда да. Суть вот. Понятна. Это да. Марина предлагает нам две закуски, такие замазки для чипсов, я бы сказал, вот эти вот. Морковка, чеснок и сыр, и сыр, чеснок и зелень. Ну, это довольно простое. Довольно простое, скажем так. Я бы сказал, это уровень basic вообще. Очень простое. Да. Очень. Так что давайте, Марина, еще пока есть время, а мы с Камото Тивасяном, шеф-поваром футбольного клуба «Зенит», продолжаем готовить настоящую испанскую паэлью. Да. Не так много испанцев есть в «Зените». Успели ли они уже поставить свою... какую-то вот эту вот печать, подтверждающую, что эта паэлья, она как настоящая? Или это все-таки спортсмены не очень? Ну, я еще не готовил для Хави Гарсия. Вот. Ну, кто у меня ел? Ну, Даня оценил, в принципе, португальцы тоже любят паэлью. Вот. Помню еще. Вот. Для Андрея еще не готовил паэлью. Вот. В принципе, я ее пробовал в Испании. Вот. Ну, оригинально, да, в принципе, вкусно, необычно, опять же, да. Ну, паэлья, на самом деле, это же тот же плов, да. Ну да, но она же бывает разная, вот с креветками, да, с курицей, с морепродуктами, еще с чем-то. Вот нам как раз на этот счет-то диджей спрашивал, можно ли использовать говядину для этого блюда? Нет. Именно говядина, вот в ней проблема. Говядина, это уже получается узбекский плов. Да, резко такое. Это уже не то, да. Вот, значит, смотрите, первое мы сделали, значит, мякоть. Рубили, она у нас готова. Теперь, сейчас я быстренько эту доску промою. Теперь нам нужно приготовить креветки, замариновать. Креветки. Пока у нас есть небольшая пауза, я напоминаю, что мы сегодня проводим сразу два конкурса. И в первом вы можете принять участие уже прямо сейчас. На сайте tveda.ru есть чат, где вы задаете нам вопросы. И мы сегодня ждем от вас оригинальные рецепты закусок к футбольному матчу. Вот вещи, которые можно есть, когда вы смотрите футбол. Шеф-повар настоящего футбольного клуба «Зенит» Камото Тивасян оценит. В конце мы выберем лучшего, и этот человек получит специальные подарки. Мешок с подарками от телеканала «Еда». Так, мы переходим к креветкам. Сейчас я вам покажу, как правильно очищать креветки. Креветки нужно очистить вот от панциря. Они у нас без головы, ну, с хвостом. Хвост нам не нужен. Вот. Затем, вот мы очистили. Теперь нужно будет сделать такой вот надрезик. Вдоль. Вдоль, да. Чтобы избавиться от внутренней, так сказать... Это вот кишки такой внутренней. Вот она у нас, видите, черненькая такая. Вот. У креветки что-то вот. Есть внутри? Вот, да. То есть надо избавиться от нее. Я, честно говоря, всегда думал, что креветка — это просто белое мясо. Кусочек белого мяса где-то в море плавает, его достали, и все. А у раков тоже есть. Вот, кстати, третье перо. Нужно будет поймать третье перо, надламываешь его и вытаскиваешь кишку эту, все. Ну, рак-то чуть побольше. Да, с ним побольше, попроще. Да. Вот, смотрите, он чистенький. Это все. Неплохо. Вот таким образом нужно будет очистить нам креветки. Камал, вот в процессе очистки креветок я пока позадаю вопросы, потому что давайте. Они есть. Вот Ксения давайте, спрашивает, давайте. Для каждого ли футболиста свое отдельное меню? Я знаю, что где-то так делают. Ну, вообще, что они едят? Едят они, в принципе, ну, скажем так, все.
Вот. За два дня, где-то буквально за два дня, за три дня даже, я бы сказал, да, вот, до начала игры, вот, меню, скажем, такое получается у нас, готовится более строгое. Пищевой вот. Карантин такой. Да, пищевой карантин, значит, мы не готовим ничего, скажем, такого вот жирного, ничего пикантного, вот. То есть паэлья вот. Бы уже не прошла в этот список? Нет, паэлья у нас, она не прошла бы, нет, вот. Но, конечно, полезная, очень много белков, те же жиры, допустим, да, вот, углеводы, да, в рисе, вот, очень полезные, кстати говоря, вот. Ну, блюдо, в общем-то, оно очень калорийное, поэтому лучше это блюдо не готовить. Врачи не рекомендуют. Я слышу, что диета футболиста — это макароны и курица. Да, это не диета, нет. Это энергоноситель. А, это реальность. Да, да, это реальность. Поэтому чем больше макарон... Ну, я знаю, ну, есть футболисты, допустим, которые перед игрой, ну, скажем, такой легкий перекус, они заказывают себе спагетти с соусом болонез. Ну, то есть такая тяжелая штука. Да. Мясной соус, ну, вот, спагетти. Вот он съедает порцию и выходит на поле. Все. 90 минут бегает. Да. Ну, это же сгорает в процессе. Это сгорает, же как раз то, на чем они работают. Да. Ну, надо же что-то сжечь, понимаешь? Поэтому здесь надо понимать, что это и польза есть, вот, и энергия, естественно. Ну, то есть у каждого свои какие-то особенности. Да, так, да. Что нам предлагают еще? Вадим предлагает стир-фрай из говядины с тофу. Это слишком серьезно для закуски. Это можно готовить все 90 минут и не закончить. Можно, конечно, да. Есть еще кесадилья с курицей и чеддером. Ну, скажем, мы пошли по каким-то экстремальным, действительно, да, оригинальным вариантам. Манерные такие названия, да, пошли. Сырный дип от Рената. Ренат, неплохо. Много ли матчей вы посмотрели под сырный дип? Это было бы интересно узнать. Да. Я бы сказал, знаете как, вот, Егор, если, допустим, мы смотрим футбол, ну, если это в дома, если это дома, да, скажем, мы сидим на диване там перед экраном, да, вообще-то надо что-то делать такое, чтобы было, ну, скажем, чтобы все могли поучаствовать, и в то же время, ну, скажем, всем досталось чего-то. Я знаю одно такое блюдо — пельмени. Нет. Если начать на первой минуте, то к 90-й как раз их все слепят. Мы продолжаем принимать ваши оригинальные варианты закусок. Есть еще параллельно фотоконкурс для тех, кто фотографирует то, что он приготовит. Присылайте в группу телеканала «Еда» в любой из удобных вам социальных сетей своей работы. Мы выберем лучшую, и автору самого приятного снимка того, что мы готовим сегодня, испанской паэльи от Камото Тивасяна, мы вручим блендер. Настоящий блендер. Если, да, если скажем, вернуться к истории, на самом деле у нас... паэлью готовят тоже неплохо. Только у нас паэлья называется немножко по-другому. Плов обычный. Да. Ну, без креветок. Если, да, если есть в плове, допустим, там три ингредиента, это вот основное мясо какое-то, да, там, если бы баранина, может быть, это курица, рис, лук, морковь, и все. Здесь в испанской паэлье, конечно, он такой, более такой насыщенный, здесь много ингредиентов. Вот. Ну, это все, что можно найти в Испании. Да, оригинальный. Вообще, мне нравится вот так вот всегда, ну, скажем, посмотреть где-нибудь там. Ну, вот в поездках, кстати говоря, я очень много интересного для себя вот увидел, как готовят в других городах, допустим, там, где мы были, в Европе. Вот. Ну, взял на заметку, в принципе, считаю, что наши повара питерские готовят не хуже. Вот. Вот этих испанских. И даже, да, и даже где-то даже лучше. Кому? Что... А насколько у нас рассчитано, вот какое количество порций мы сегодня попробуем воспроизвести? Вот это вот то, что мы сегодня готовим, это рассчитано, ну, на компанию где-то человек на 6. Примерно вот так вот, да. Ну, то есть паэлья — это как и плов. Это не то блюдо, которое готовят вот на одну тарелочку. Не, это большое, надо, чтобы, да, солидное такое, на компанию. Да. Так, здесь у нас закипело, хорошо. Здесь у нас готовится куриный бульон. Да, вот он уже закипел. Кому мастерски разделал курицу, это, можно здесь. Это то, к чему нужно идти первые 10 лет, как мы выяснили. Да, 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 да. Здесь просто курица и вода.
кости и вода. Вот ничего. Так, креветки уже где-то на исходе. Что, если пожарить маленьких рыбок? Просто пожарить маленьких рыбок, предлагает нам. Подойдет практически под любой напиток. Но это такой весенний петербургский совет. Корюшка, да, да, вот да, это все. Корюшка, да. Можно попробовать, наверное, и так. Конечно. Кстати, очень даже будет неплохо. Как насчет чипсов из лаваша с острым томатным или чесночным соусами? Чипсы из лаваша. Ну, я слышал, это вот есть такая история какая-то. Изобретение, когда мало ингредиентов, и они какие-то такие очень простые. Начинаешь разными способами с ними работать. В духовку чипсы. Лаваш можно засунуть, еще куда-то. Ну, можно роллы приготовить, да, да. Ну, используя лаваш. Тоже засчитываем. Вот, армянский. Кстати, недавно был у нас ко мне здесь повар, который готовил чипсы из утиной кожи. Ну, встречалось ли вам такое? Нет. Получилось довольно вкусно. Но это утиная своеобразно. Утиная кожа, это все-таки, да, на любителя. Слишком много нужно уток, чтобы на компанию под футбольный матч. Да-да-да. Отличный вариант пиццы, пишет нам Марина. Марина, ну какая пицца? Какую пиццу можно приготовить во время футбольного матча? Я не знаю, хотя, наверное, можно. Разную. Но есть ли какая-то вот такая специальная, которая подойдет под плохую игру, под хорошую? Давайте конкретизируем. Да. Ну, по-моему, креветки уже где-то к концу. Вот это уже, закипает. Да, мы заканчиваем. Сейчас мы ее... Очистили мы, я напомню, что мы вынимали из креветок такую среднюю, как это называется, кишка какая-то, да? Ну да, внутренняя там. Есть у креветки, оказывается, все. Какая-то внутренность. Все, с креветками расправились, с креветками нарубили расправились. Куриное филе, сварили практически куриный бульон, в перспективе получится испанская паэлья. Креветки мы должны теперь замариновать. Значит, для того, чтобы замариновать креветки, нам нужно будет буквально пару зубчиков чеснока, вот. И сейчас вот так вот, они уже очищены почти. Дальше сухая приправа, вот такая травка, это орегано. Ой, пахнет просто. Пахнет орегано. Дальше лимон, соль. Вот и все. Это все составляющие маринада. Да, да. Это будет маринад. Для креветок. Еще оливковое масло. Вот еще все надо будет. Обязательно. Значит, нужно будет раздавить чеснок. Вот так вот мы его раздавливаем. Так. Вот. И порубить. Ну, постарайтесь помельче, конечно. Мелко, очень быстро. Кому предлагаю, кстати, хороший вариант жареные сулугуни. Вот это что-то такое, что доступно и в наше время сейчас. Да. Можно как-то пожарить. Очень Маша, даже. Отличный вариант жареные сулугуни. Тут еще есть шашлычки из креветок с лаймовым базиликовым майонезом. Но мы это мимо ушей пропустим. Жареные сулугуни принимается. Орегано. Мы туда чеснок. Туда орегано. Орегано. С лимоном. Теперь с лимоном. Нужно будет сок лимона, чтобы... Был обильный сок, нужно его немножко раскатать. Сделать массаж, да? Да, массаж такой, да. Легкий, спортивный. Да. Друзья, а если кто-то, кто готовит вместе с нами параллельно сегодня, я видел, что там отмечались те, кто, в общем, тоже решил сегодня закончить свой день паэльей. Расскажите, как у вас дела? Интересно, на какой вы стадии сейчас? Понятно, у вас есть скидка на то, что Камо все делает очень быстро и очень профессионально. Но вот сок лимона. Тем не менее, туда его давим тоже. Да, обязательно. Все это маринад. И сольки чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. Это совсем ничего. Это обидно. Сок любит. Соль морская? Обязательно. Не-не-не, не обязательно морская. Любая. Просто желательно, чтобы это была крупная соль. Вот. Так. И теперь мы еще один массаж, но уже все. Для креветок. Обязательно. Все. Ах, аромат просто. Это единственный морской. Возможный маринад для паэльи. Морем действительно, кстати, пахнет. Да. И все это мы такой вот штришок. Кому-то есть оливковое какие-то масло. Есть еще какие-то варианты вот этот маринад сделать? Есть еще вариант, допустим, положить туда розмаринчик. Можно тоже положить. Вместе вот. С орегано? Не, отдельно. Отдельно? Отдельно. Лучше отдельно. Не надо эти травы, иначе будет перебор. Вообще с приправами нужно быть очень осторожным. То есть только одну желательно добавить? Да, желательно, чтобы одна была. Вот. Ну, приправы больше двух не классика. Собираться. Классика. На самом деле это классика. И практикуется, в принципе, везде. И нормально, вкусно получается. Здесь приправы, маринад. Бульон
бульончик. Бульончик. У нас уже отличный, просто шикарный бульончик. Когда настанет та вот степень, когда можно будет уже заканчивать с бульоном? Надо будет, чтобы он сварился. Сколько минут должно пройти? Ну, вообще где-нибудь полчаса. Полчаса для бульона нормальный срок. Нормальный срок, да, тем более мы варим для того, чтобы просто, для того, чтобы он у нас как бы разбавить, так сказать, паэлью. Слушай, камон, ну я же помню, что паэлья — это вообще не жидкое блюдо. Не-не-не. То есть это все впитается в рис. Впитается рис, конечно, да, чтобы питалось. Нам нужна влага, жидкость. Так, теперь мы займемся следующим ингредиентом. Это лук репчатый. Нам понадобится половинка лука. Спокойно. Достаточно. Тарталетки с грибным муссом от Марины. Быстро и просто. Ну, под футбол, я не знаю, грибной мусс. Не-не-не. Не футбольное блюдо? Это не то. Это скорее фигурное катание. Конечно. Танцы. Грибы, наверное, как-то портят. Грибы и футбол не очень сочетаются. Грибы и футбол, да. Грибы и футбол лучше не сочетать. Чтобы быстро и хватило на всех, сосиски в беконе, пишет Вадим. Ну, это очень неспортивно. Будем честны. Да. Но, может быть, можно рассмотреть такой вариант — сосиски в беконе. Так, жареный сулугунит. Ну все, я пролистал. Но я еще жду ваших вариантов. Мы вместе с Камотом Тивасяном выбираем оригинальную футбольную закуску. Здесь отдаем победителю мешок с подарками от телеканала «Еда». Что мы делаем с луком? Лук нужно будет рубить на кубики. Большими такими. Сейчас я его... Сначала вдоль. Так. Потом разрезаем его пополам. Лучок. Так. Вот так, на два раза. Не очень мелко, в принципе. Так, чтобы у нас... Это вот всегда для меня магия, вот эти вот... Да. Очень быстро резать. Это, мне кажется, ты уже поваром можешь выглядеть в любой компании. Говоришь, лук у вас есть, принесите сюда, я порежу и докажу. Вот и все. Картошка, вот так вот, 2 минуты. У меня бы это 40 заняло. 40 минут. Вот не меньше. Мы бульон специально сдвинули так, что он как бы кипит, а как бы не кипит. Чтобы не сильно, да, чтобы не сильно кипел, потому что я смотрю, там уже... Вода выпаривается, можно будет сбавить немножко. Так, ну это я могу. Да, давай. На серединку где-то нам надо. На шестерочку, да, поставим. Шестерочку, достаточно. Будет, да. Хорошо. Все. Пускай будет. Ага. Марина пишет, что пробовала тарталетки с грибным соусом в ресторане. Марина, какой матч был? С каким счетом сыграли? Это интересно. Смотрели ли под футбол? Мы-то ждем футбольных закусок, футбольных блюд. Так, лучок у нас готов. Порубили. Вот мы сейчас готовим. Подготавливаем все ингредиенты, которые нам понадобятся. Потом в процессе будем все это закладывать по очереди. Так? Слоями, как в плове. Да. Плове, да. Теперь, ну, перец. Перец у нас получается, я бы назвал его как этот, светофор. Да? Есть что-то общее. Да, что-то общее. Угадываются какие-то буквально оттенки. Буквально по половиночке, да. Половинка желтого. То есть целое нам не надо, слишком много. Нет, будет. Слишком много. Но я напоминаю, что мы готовим на шестерых. Половинка. Но как кому объяснил, и как, да, в принципе, и в случае с пловом, который русская паэлья есть, это блюдо, которое нужно готовить на большую компанию. Поэтому, я думаю, нет ничего страшного, если переборщить с чем-то, да? Если нет, чего-то, в принципе, будет чуть больше, в принципе, нет, ничего. То это хуже, абсолютно... Хуже не будет, не-не, не будет. Угу. Даша предлагает нам чипсы и пюре из сельдерея. Ну, чемпионат уже... Франции надо смотреть. Да, под это. Какие-то такие вот Эвиан против ПСЖ. Хороший вариант, Даша. Хороший, смелый. Своему молодому человеку предложите в следующий раз посмотреть футбол под чипсы и пюре из сельдерея. Это было бы интересно. Перец надо вымыть. Так, сейчас мы его... По половинке красного, желтого и зеленого. Ренат предлагает саганаки. У меня нет никакой даже идеи о том, что такое саганаки. Саганаки, я не знаю, что такое. Ренат, расскажите нам. Это что-то национальное, наверное. Ну, было бы интересно узнать. Напишите, что это за закуска, чем она хороша. Может быть, это идеально под футбол. Перец, Егор, нарезаем такими вот кубиками тоже. Сначала вдоль разрезаем полоски. Вот такие вот делаем. Ну, затем вот такими вот небольшими кубиками. Ну, тоже кубиками, как и лук. Да. Паэлья требует кубик. Нарезка, в принципе, должна быть одинаковая, да. Соня пишет, в баре пробовали вместе с гренками острые сушки. Необычно. Пытаюсь себе это представить. Гренки, острые сушки. Что острого было? У тебя форма, что ли, какая-то треугольная? Или как это? Перченые такие? Рассказывайте. Интересно. Даша спрашивает, креветки. Обязательно брать тигровые креветки. Даша, но мы уже установили, что креветки, они, да, во-первых, должны быть свежие, во-вторых, определенного размера. Не розового цвета. Не коктейльные, ни в коем случае не розовые, чтобы были, да, иначе у вас ничего не получится. Поэтому, Даша, лучше тигровые и лучше свежие. Лучше вот где-нибудь поискать, походить. Не, ну свежая она, конечно, не достанет. Лучше, чтобы это было свежемороженое. Ну, да, мало ли. Может быть, Даша окажется где-нибудь в Малаге.
где-нибудь там, на побережье. В Барселоне. Да мало ли там городов. Жареный сыр фета. А, это Ренат рассказывает нам, что такое саганаки. Это жареный сыр фета. У нас уже был сулугуни сегодня жареный, еще и жареный сыр фета. Ну, неплохо. В принципе, жарить сыр. Да, это тоже какая-то вот такая история, которая стала популярна. В барах, жареный, я знаю, в пабах. Фета. Я не знаю, как фета жареная. Как можно сыр фета пожарить, интересно. Может быть, в панировке в какой-то, Ренат? Не, ну он очень, не знаю. Сулугуни еще можно пожарить. Ну, адыгейский можно, он плотный сыр. Но фета я не знаю. Ренат, надо будет поинтересоваться. Ренат, расскажите еще, интересно, да. Саганаки. Так, секрет, значит, перец у нас готов, фасоль, в принципе, она у нас готовая, она вот такая вот резаная у нас. Ничего мы с ней, да, не делаем. Ничего не делаем, нормально. Фасоль, достаточно. Мы напоминаем, может быть и свежая, и свежемороженая. Да. Понятно, что свежая, это всегда лучше. Вот, ой, ну это колбаса наша любимая, чоризо, чоризо наша любимая. Тут Даша спрашивает, а можно ли консервированные перчики чили и... А, это не вопрос, господи, это утверждение. Консервированные перчики чили и хлеб чиабатта, как закуска. Ну, интересно. Интересно, конечно, интересно. Да. Это не сухарики, это чили и чиабатта. Очищаем. Это колбаса чоризо, я напоминаю. Колбаса, да, которую очень непросто достать. Настоящая чоризо. Настоящая. Но можно заменить и краковской. Можно, Краковская имеет ту же самую нотку, которая нам нужна в чоризо. Далеко, но имеет, да. Кому? Вот еще, кстати, интересный вариант от Нонны. Сырные палочки из лаваша и горох нут с солью. Вот фалафель практически. Горох нут с солью — это вообще оригинальная штука. На самом деле на юге горох нут. Ну, он отличается от обычного гороха цветного, который мы привыкли, да, есть вот этот гороховый суп. Нут, он все-таки, или его называют еще турецким горохом, еще персидский горох. Он есть размеры крупные очень, если его сварить. Вот, он с солью, он просто к пиву, это закуска оригинальная. Можно, то есть? Да, принимаем. Очень хороший. Горох, да, очень нут с солью, но на отличный вариант. Поздравляем, да, вас с этим. Марина предлагает чипсы из свеклы, моркови, картошки. Ну, чипсы из картошки, это можно везде найти, чипсы из свеклы и моркови. Вадим настаивает, что вот сосиски — это банально, а вот креветки в беконе или тот же жареный сулугуни в беконе — это еще менее спортивно, чем сосиски в беконе, Вадим, это я вам гарантирую. Бекон — это вот бекон и спорт, как-то они не идут. Бекон — это не наш продукт, нет. Чоризо тоже кубиками нарезаем. Тоже кубиками, да, нарезаем. Все кубиками. Вот такими вот. Старайтесь, чтобы у вас одинаковые размеры были, тогда и блюдо будет смотреться. Ну, то есть это больше эстетический вопрос, такой, да, чтобы все ингредиенты, они как-то... Да, да. И рис кубиками. А рис уже кубиками нарезан. Острые крылышки с сырным соусом и спаржей, предлагает Даша. Спаржа? Зачем спаржа? Зачем спаржа, Даша? Зачем спаржа? Острые крылышки — это уже хорошо. Это уже острые крылышки. Ну, камон, мы-то ждем оригинальный рецепт. Это жирная очень. Очень жирная. Спаржа калорийная такая, да? Спаржа? Спаржа, она... Нет, спаржа, она не калорийная, нормальная. Спаржа такая, это вот спаржа и спорт, это нормально. Ну, спаржа — это на любителей тоже, да. Если девушки, которые следят за фигурой, спаржа хорошо, да. Мальчики, которые следят за фигурой, спаржа — это странно. С крылышками сочетаются они не очень хорошо. Так, чоризо готово у нас. Камо, давайте воспроизведем все шаги, которые мы сейчас прошли на пути к паэлье. У нас, собственно говоря, была вначале курица, да? Сначала была курица. Потом мы ее превратили, часть курицы, в бульон. Только так. Кости. Да, только вот кости, да, вот они у нас уже варятся, все. Дальше. Мякоть нарезали на кубики. Лук репчатый нарезали кубиками. Креветки тигровые промариновали. Перец сладкий, светофор, так называемый, желтый, красный, зеленый, нарезали кубиками. Фасоль стручковая, она у нас, в принципе, уже нарезанная. Колбаса чоризо кубиками нарезанная. Томаты очищенные, мы сейчас их тоже нарежем. Нарежем. Тоже, да, кубиками. Все. Ну, эти приправы мы уже в процессе добавим. Вот. И, в принципе, все у нас готово. Мы сейчас начнем его готовить. Кому? Чем больше нам присылают вариантов закусок, тем больше я понимаю, что я просто не там, не с теми людьми, не тем способом, я не тем образом смотрел футбол. Потому что Дмитрий предлагает под футбол курицу, натертую разными травками и запеченную в духовке. Но... Предполагается же, что вы где-нибудь в компании, где надо... А курица, запеченная в духовке, это уже блюдо. Вы пришли, сели, положили себе вот здесь вот. Слева вилка, справа нож, сели, ужин и все остальное. Да, это как-то все-таки спортивное блюдо, оно немного другое.
А Константин запрыгивает вот в тот поезд, на который мы уже все запрыгнули, жареные сулугуни, но с лаймово-базиликовым соусом. О-о-о. Нормально? Да, супер. Пойдет? Вот сачок мы слили тоже, все готово. Диджей предлагает крутоны с маслом и лососем. У нас не проведешь вот именно слово крутоны. Сухарики есть. Смотрю я, что вы нас спрашиваете. Напоминаю, что это конкурс. Так как у нас сегодня шеф-повар футбольного клуба «Зенит» Камото Кивасян, то мы ждем рецептов оригинальных закусок, которые подойдут к футбольному матчу. Да, даже не обязательно к футбольному, может, к хоккейному тоже. Суть-то она одна и та же. Конечно. И второй конкурс для тех, кто фотографирует. Там мы разыгрываем блендер. В первом конкурсе приз — это мешок подарков от телеканала «Еда», а во втором — блендер. Так вот, там нужно сфотографировать то, что вы приготовили, сегодняшнюю паэлью. Не обязательно делать это прямо сейчас, можно чуть позже. Прислать нам фотографию в одной из социальных сетей, в группу телеканала «Еда», и претендовать на этот главный приз. Напоминаю, что если кто-то готовит с нами, сейчас до важного момента дойдем, пишите нам, как у вас дела. Не так много времени остается до финиша, до той самой испанской паэльи. Мы будем рады дать вам советы. Теперь главный. Ну, это, конечно, не паэльера. Паэльеры. Это не та сковорода, в которой испанцы готовят паэлью. Вот. Ну, тоже годится, в принципе, дома можете приготовить вот такой сковороде. Желательно, чтобы она была у вас по размеру, можно даже чуть пошире и глубокая. А чем паэльера-то отличается? Вот какая она должна быть вообще идеальная? Ну, она идеальная, она где-то получается, ну, где-то размер получается где-то в диаметре 50 сантиметров. Представляешь, такая она. То есть толстые чугунные стенки или какие-то должны быть? Ну, там толстостенные, да, стеночки такие-то. Круглые, большая, паэльера. И это должна быть глубокая сковорода? Да. В первую очередь. Ну, я думаю, что можно сейчас найти такую. Мы сейчас приступаем к обжарке. Мы сделали все ингредиенты, да. Они у нас уже готовы. Значит, для начала нужно будет нагреть масло оливковое. А я уйду на эту половину. Да, да, давайте. Я буду подавать отсюда все ингредиенты. Оливковое масло. Это прям солидно, так масло-то надо у нас много, да, туда, обязательно, да? Обязательно, да, обязательно. Сейчас нужно будет, оно пропитать все должно. Да, нагревается сковорода. Обязательно нужно, если вы что-то хотите пожарить, там, мясо, рыбу, там, курицу, все что угодно, вот, жарьте всегда на раскаленной сковородке. Здесь, значит, почему? Я вообще не сторонник большого количества жира. Вообще мы для спортсменов готовим, стараемся готовить, ну, практически без жира. Как можно более постное. Гриль, такое, да? Да, у меня сковородки гриль, да, гриль — это самое хорошее. Буквально чуть-чуть смазываем мясо, курицу, чтобы просто оно не прилипало к сковородке, и все. Вот. Здесь необходимо именно вот это количество оливкового масла для того, чтобы, во-первых, ингредиенты должны все прожариться, да, до золотистого цвета мы должны их довести. Ну и плюс, естественно, чтобы вкус оливковое масло, вот, оно придает тоже очень хороший вкус. Угу. Марина пишет нам еще один вариант. Я буду зачитывать постепенно. Чем меньше времени остается, давайте, тем меньше у вас шансов выиграть наши невероятные призы. Шашлычок из креветок с базиликовым майонезом. С базиликовым майонезом. Сразу видно, это девушка. Это вот молодой человек, который переживает за футбол. Он бы такого... Ой, диджей предлагает чай с мандариновым вареньем. Ну, это хороший вариант, но... Есть тут спорт в этой ситуации, нет спорта, разницы нет. Вкусно, хорошо, окей, но не про это. Закладываем сейчас, значит, курицу. Именно курица идет первой? Да, первая курица, обязательно. Мы ее... Сразу все? Всю, да-да-да. Все. Курица ушла. Даша предлагает банановые чипсы. Курица, потому что она дольше всего будет готовиться, я правильно понимаю? Да, да, да. Конечно, ей больше всего времени просто надо. Потому что креветки, это чоризо вообще уже готовы. Ну, креветки готовятся, в принципе, там, 2 минуты. Темпура из креветок. Ну, был уже у нас сегодня такой вариант, Ренат. Прослушали. Павел предлагает окономияки. Японское блюдо в переводе называется «жарь как хочешь». Окономияки. Окономияки. Халк играл в Японии, я знаю. Возможно, он имел дело с окономияки. Неплохо. Неплохо. Мы уже на самой финишной прямой, на пути к настоящей испанской паэльи от шеф-повара футбольного клуба «Зенит» Камото Кивасяна. Блюдо, состоящее из десятков ингредиентов, но в любом случае приводящее в восторг каждого, кто его пробует. Я-то на самом деле пробовал. Добавим немножко воды, буквально, для того, чтобы
Оно просто уже выпарилось у нас. Да, но мы определили, достаточно, что оптимальное время для куриного бульона это полчаса. Да. Ну, где-то так у нас и прошло. Так и есть, да, да, чуть, нормально. Чуть больше. Достаточно. Все в порядке. А до какого состояния должна пожариться курица, чтобы следующий ингредиент туда пошел? Ну, кусочки должны быть поджаренные. То есть корочка должна вот эта вот ну, белая. Такая легкая цвет корочка. Сменится. Я бы не сказал, чтобы да, сильно пожарить. Ну, такие. Вот она у нас. Масло. Есть, есть уже в этом дух. Вот. В процессе вот, когда мы обжариваем курицу, можно слегка подсолить. Вот. То есть соль, опять же, повторяюсь, крупная соль лучше, чтобы это чуть подсаливаем. Дима, чипсы начос с сальсой. Неплохо. Мексиканский вариант. Чипсы начос с сальсой. Принимается. Считанные минуты до конца конкурса. Поток вашей оригинальности не иссякает. Я лично теперь посмотрю футбол, я не знаю. Добавляем сладкую паприку. Там, что вы рекомендовали? Да. Целую ложку сладкой паприки? Да, да, да. Да. Именно сладкой сейчас? Сладкой, да. Именно сладкой. Мы добавляем ложку сладкой паприки. И перемешиваем. Да, да, да. Я сразу вспомнил, кому, знаете, какой запах? У меня был такой опыт в жизни. Я прожил один год, это было в студенческом общежитии, по соседству с человеком из Камеруна. И вот этот запах сладкой паприки, а он готовил все время с утра. Он вставал вот в 8 утра и готовил себе на весь день. Он почему-то в меня так вонзился, что я сейчас вспомнил весь Камерун сразу. Весь Камерун целиком. Какой-то вот такой вот африканская тонкая нотка такая. Есть, да. То есть мы постепенно укладываем все слоями и ждем, пока приготовится. Слой, ждем. Да, да, да. Обязательно нужно. Александр под футбол предлагает фруктовый салат с фруктами из разных континентов. Ух, Александр. Не совсем то. Александр. Ну, не совсем то, кому это еще мягкий. Разный бывает футбол. Конечно, можно смотреть. Но я просто не представляю себе вот это вот соседство. Зенит, Спартак, салат из фруктов. Ну, как это так? Нет. Самое то, Дима-то правду озвучивает, самое то гренки с чесноком. Это справедливо, это самое популярное. Да, все едят по футболу гренки. Все. Практически все едят. Так, смотрю я, что вы нам пишете. В Краснодаре самое популярное блюдо при просмотре семечки. Футбола. Семечки. Семечки много где, кстати? Семечки от батьки Махно там. Какие-то местные, специальные. Да, шашлычки да, да, с курицей и шампиньонами от Даши. Ну, маленькие такие всякие закусочки, как тапос испанский, допустим. Да, да? Это же тоже хорошая история такая про футбол. Ну, опять же, повторюсь, это же хорошо, когда, вот, допустим, ты делаешь шашлычки, вот, и японское, допустим, китайское фондю, да, вот. Угу. А чем отличается от обычного? Обычное, можно, допустим, швейцарское – это сыр плавленый. Так. Вот. А японские, допустим, китайские, можно готовить в жиру. Ну, как фритюр, горшочек нагретый. А-а-а. То есть можно, допустим, кусочки курицы опускаешь вот, на шпажки, он там, в принципе, готовится быстро. Креветки также обжариваются. Вот. Это интересно. Вот это оригинальная вещь для просмотра футбола. И всем, в принципе, интересно там. Кому вы настаиваете, процессе, чтобы подарки мы отдали вам. Да? Сегодня три лучших рецепта, все от того, кто у нас и так уже готовит. Yeah. Друзья, испанская паэлья, мы где-то там на финишной прямой уже. У нас 80-я минута пошла в матче, будет еще немного добавленного времени. Камото Тивасян, мы туда уже курицу отправили, оливковое масло до этого, лук и сладкую паприку. И да, вот это вот все. Уже ароматы пошли, кстати, Егор. Уже ароматы Испании. Испании, да. Ну, пока еще есть родная нотка, потому что там пока только курица. Да. Но у нас есть колбаса чоризо, секретный ингредиент. Да, вот это мы сейчас мы его добавим туда, кстати. Павел предлагает фасолевое варенье, настоящий болельщик. Теперь пришло время добавить сладкую паприку, а именно... Наш светофор. Да, светофор так называемый. А как мы поняли, что пришло это время? Вот курица, она подобжарилась уже, да? Да. Должен пойти аромат, как мы выяснили. Значит, почему мы соблюдаем очередность? Значит, лук, овощ, как бы он твердый, естественно, требует себе большей прожарки. Дальше идет курица после лука. Угу. Потом уже, значит, овощ, так называемый, это перец. Так, который тоже... Делаю максимальную температуру. Максимум, да. Абсолютная вот. Жара. Дальше у нас пойдет, значит, колбаса чоризо.
Вот. Или краковская. Да. После, значит, у нас фасоль, томаты. Вот. Томаты можно после чириза положить, очищенные уже. Так, а когда рис? Ну, а потом рис в самом конце. Да? Да, рис в конце. Это интересно. Вот. Я, во-первых, был удивлен, что... Плов мы закладываем, рис всегда в конце. Здесь то же самое. Кому? Я даже плова не готовил, честно скажу. Вот ел я много плов. Кстати, плов... То есть рис у нас, я так понимаю, он дойдет довольно быстро, да? Ему не нужно очень много времени. Нет, много не надо времени. Так. Бульон же у нас еще есть, продолжает кипеть. Анчоусы с артишоками на шпажках, Дарья. Даша, с кем вы соревнуетесь-то в оригинальности своей? Дмитрий предлагает сырно-мясной стейк. Вот если бы просто стейк, я бы согласился, что это под футбол. Большое, солидное блюдо такое, под просмотр серьезного матча. Лига чемпионов. Так, теперь... Чоризо. Закладываем чоризо. Очень, очень эмоциональная, очень энергичная колбаса. Испанская. Да-да-да-да. Специальный ингредиент. Так. Столько у нас видов плова. Вообще, я вам скажу, что самая большая кухня, вообще самая такая обширная и самая съедобная, я бы сказал, самая вкусная, это кухня советского народов Советского Союза. Вот это неожиданное заявление. Да, очень. Вот, поэтому, ну, я же родился в Советском Союзе. Ну, поэтому все для меня, да, для меня, в принципе, я считаю, что вот, и мы можем... Ту же самую испанскую кухню, там, итальянскую. Убрать с пробега. Убрать, да, элементарно, да. Без проблем. Да. Спрашивают, как вы попали в футбольный клуб «Зенит»? Вот. Ну, как-то вкратце, есть какая-то такая история, вот когда... Совершенно случайно. Совершенно случайно. Пригласили? Я работал, да, я работал во многих ресторанах Санкт-Петербурга. Вот. Ну, в один прекрасный день было сделано предложение. Вот. От которого нельзя было отказаться. Да, от которого нельзя было отказаться. Так оно обычно и происходит. Да, да, да. Так, теперь, ребята, устроила ли вас, Елена, такая история, я не знаю. Но в «Зенит» попадает вот так. Пригласили, да, да, да. И все. И началось. Добавляем томаты очищенные. Очищенные томаты тоже, они были нарублены кубиками. Ну, предполагалось, что это так. Нет, если кому-то кажется, что работа в футбольном клубе – это просто, скажем, работа ни о чем, я вам скажу, что... Я сравнил работая в ресторане много лет. Вот. А так, в общем, служится. Я уже работаю поваром 32 года. Из них последние, да, 5-6? 6 лет в «Зените». Да. Поэтому я вам скажу, что более ответственной работы я нигде не имею. Поэтому здесь надо быть очень... Ну да, это в ресторан сегодня могут прийти, а завтра нет. А футболисты приходят каждый день. Так, что у нас здесь? Что происходит? У нас все кипит, у нас все бурлит. Вот. У нас сейчас последнее сейчас у нас будет. Так, что у нас? Фасоль осталась. У нас осталась фасоль. А, собственно, рис арборио и креветки. Рис и креветки, да. Креветки мы добавляем в самом конце. Вот. Они готовятся буквально в процессе приготовления риса. А, то есть, да, уже и все, рис, да, и потом креветки. Да. Поэтому здесь нет. Сначала креветки, потом рис. Кому? А как мы вымеряем вот это вот время-то, когда нужно? С какими промежутками добавлять ингредиенты сюда? Есть какой-то раз, там, в 4 минуты, в 5? Или мы смотрим, как это оно... В принципе, ну... В течение часа, да. 10-15 минут на каждый ингредиент достаточно, да, времени для того, чтобы, скажем, соблюсти очередность и процесс приготовления. Отличная закуска. Наггетсы. Снова сосиски в беконе от Константина. Наггетсы это от Димы. Все это хорошие варианты, кому. Но я думаю, что нам уже нужно, так как мы где-то подходим к концу, выбирать сегодня лучший рецепт около спортивной, около футбольной закуски. Что запомнилось из того, что было? Слушайте, ну, запомнилось, конечно, мне то, что предложила Нона. Вот, это вот... Нут. Нут, да. Очень хорошая еда. Вот. Оно, чем она хороша? Она где-то даже близко, там, скажем, к семечкам, когда начинаешь нервничать. Да. Именно закуска. Но грязи меньше, потому что нут уже у тебя готовый, то есть ты ешь, да, нормально. И на самом деле я просто сам в свое время
Ну, я вырос на юге, поэтому нут у нас как бы был тоже в такой вот он в ходу. И, вот, и мы его любили использовать, когда просматривали футбол там. Вот. Ну, вполне себе. Да, в общем, другие. Если вы еще не смотрели футбол с нутом, то да, настал тот момент, чтобы попробовать. Да. Но да, мы необычно. Поздравляем вас. Кому-то Тивасян выбрал вас. Это действительно очень хороший, очень оригинальный рецепт. Напишите нам, пожалуйста, сюда в чат адрес своей страницы в любой из социальных сетей. Мы с вами свяжемся и расскажем, как вы получите свой мешок с подарками от телеканала «Еда», пока он еще здесь у нас в студии, но уже скоро выйдет к вам. А пока расскажу о втором конкурсе. Напомню, вернее, о том, что у нас есть конкурс для фотографов, для тех, кто фотографирует блюда. Если вы готовили паэлью сегодня вместе с нами, если будете готовить ее потом отдельно, сфотографируйте и выложите снимок в одну из групп телеканала «Еда» в социальных сетях. Мы выберем лучшего и отправим ему, внимание, блендер. Так, его теперь мы начинаем наливаем. Бульон. Да, бульончик наливаем обязательно. По чуть-чуть. Да, буквально. Аромат с этой стороны, аромат красавица. С той стороны. Это весь бульон, который нам надо будет, или еще потом в процессе мы будем? Потом в процессе мы еще добавим, может быть, там достаточно, да. В принципе, бульон у нас уже готов. Ну, он уже больше, чем 30 минут. Нет. Уже так где-то часик. Можно даже его уже бульон выключить. Я выключу. Да, выключить его. Я выключу. Кама, ну пока это выглядит как-то довольно жиденько, но в буквальном просто, смысле. Да. Выглядит как такой испанский суп. Оно должно настолько выкипеть в ближайшие минуты. Почти как гаспачо, да? Ну, есть что-то общее, да. Да. Мы просто ждем. Мы просто ждем, пока паэлья станет паэльей. Да. Гаспачо, кстати, очень вкусное блюдо. Вот я его когда первый раз приготовил, для меня тоже это было, ну... Гаспачо это? Его, конечно, холодный суп. Холодный томатный суп. Холодный томатный суп, да. Но тоже его готовят по-разному. Вот. То есть есть несколько вариантов. Там сочетание из овощей, допустим, там разное может быть, да. Вот. Ну, тоже оригинальный, кстати. Ну, кстати, наш холодный борщ тоже не уступает гаспачо. Очень вкусный. Мы уже выяснили, что советская кухня лучшая. Но сегодня пока еще готовим паэлью. Кому? Пока у нас есть минутка, секунда, давайте напомним, от чего к чему мы сегодня шли. Значит, мы шли к приготовлению паэли. Начинали мы разделывать курицу. Да? Процесс. Да. Целую курицу мы взяли, да. Разделали ее, отделили ее, мякоть, значит, кости. Отделили, значит, мякоть от костей из каркаса, скажем так, да, как правильно сказать. Куриный каркас. Вот, приготовили, да, приготовили бульон. Вот. Почистили креветки, замариновали. Вынули из креветок серединку, что немаловажно. Да, очень важно это. И замариновали в лимонном соке, орегано. Лимонный сок, соль, соль, орегано, да, чеснок. Вот. Получили масло, запах моря. Оливковое масло, да. Дальше, значит, овощи. Овощи нарезали, лук репчатый, перец сладкий, вот, кубиками. Кубиками? Да. Чоризо, колбасу тоже нарезали, так, кубиками. Вот, и все это... И все это постепенно, вот, постепенно начали делать вот там. Да. Кому, мы уже готовы засыпать рис? Да. Давайте приступим. Я думаю, что мы уже готовы засыпать рис. Фасоль у нас чуть позже? Мы сейчас... Нет, мы сначала фасоль. Вот, и сразу же рис. Фасоль. Да. Ну все, сразу умолк наш чат после того, как мы объявили Нонну победителем. Нет, друзья, если вы готовите вместе с нами сегодня паэлью, вы еще можете что-то спросить. Последние минуты остаются для этого, последние секунды. Ой, красавица. Засыпаем фасоль. Теперь мы закладываем креветки. А, креветки до риса все-таки. Да. Все-таки до риса. Наврали мы в предыдущий раз. Немножко. Туда же их. Да, это. Прям вот такие вот. Вот здесь вот не надо на квадратики резать, как мы говорили. Вот креветка, она хороша в своем естественном обличии. А. Просто. И это принципиально тоже вот так вот по одной супер, их оттуда, да? Да. Ну, как принципиально? Чтобы не бахнуть целиком. Чтобы, да, чтобы не было вот этой вот огромной кучи, желательно распределить по всей сковородке, да. Маша спрашивает, пригласят ли кому еще раз. Конечно, пригласим. Если вам интересно, то обязательно. Я появлюсь обязательно. Это не...
Это, знаешь, как это говорит, не мой последний подвиг, да. Да, паэлья не последний подвиг Камута Тивасяна. И теперь рис арборио. Теперь мы закладываем рис арборио. Тоже нужно будет распределить по всей плоскости. Аккуратно вот так вот его. Ух. Буквально, чтобы ровненько. Ух. Вот так вот его. Очень красиво. Вот так вот распределили мы его. И сколько он у нас получились? Так должен? Он должен пропитаться. Естественно, да. Сверху заливаем еще немножко бульончика. Буквально вот. Чуть-чуть бульончик. Так-то выглядит вроде бы как рис, но там-то внизу столько всего. Такой путь пройден. Вот она, друзья, испанская паэлья. Настоящая. Из настоящего риса с колбасой чоризо. Знаешь, что мы забыли? Мы забыли штрих очень важный. Добавить перец. Перец. Что очень важно. Тогда мы сейчас его буквально чуть-чуть, чтобы... Буквально ложечку. Да, чтобы вкус... Какая-то вкус к жизни. И мы это перемешиваем или ждем? Не-не-не, ничего не перемешиваем. Мы сейчас чуть-чуть буквально, потому что перец очень острый. А я бы перемешал. Не-не-не. Вот как-то мне казалось. Не-не, мы сейчас его не будем мешать. Мы сейчас вот так вот. Она и разойдется по-любому. О-о-о. Пошло. Естественно, мы сейчас... Заливаем рис куриным бульоном. Кому? Сколько вот теперь? Не совсем, но заливаем, да. Теперь нужно будет это все накрыть крышкой. И дать подождать. Да. Где наша крышечка? Должно это все вот у нас постоять. Крышечка. Друзья, ну мы уж не будем доводить до конца, до самого логичного конца. Просто знаете, что паэлья, когда вы ее уже вот залили, посыпали перцем, рис арборио туда уместили, что ей нужно дать пропитаться. И я так понимаю, что чем больше, на самом деле, тем лучше. Можно будет сбавить температуру. Сбавим температуру. Да. Сейчас уберем, доделаем все. 6. До предпоследнего шага. Да. Сколько должно стоять? Минут 10-15? Да, в идеале. Где-то так, да, минут 10-15. Но мы надеемся, что вы готовили сегодня вместе с нами. Паэлья наша, она вот сейчас дойдет. А мы на нашем сайте tveda.ru выложим фотографии того, какой она получится, напишем свои впечатления. И сейчас поблагодарим Камута Тивасяна, шеф-повара футбольного клуба «Зенит», который сегодня был с нами здесь на кулинарном вебинаре на телеканале «Еда» на сайте tveda.ru. И зрители, которые были с нами, тех, кто задал нам свои вопросы, спасибо вам. Спасибо вам, Камута. Спасибо, спасибо. Настоящая испанская паэлья, настоящий Камута Тивасян, шеф-повар футбольного клуба «Зенита», не менее настоящий Егор Крицан. Всего вам доброго, до встречи на следующем вебинаре, следите за расписанием на tveda.ru.